Всем приветосики! Василиса, скажи привет! Привет! Что ты делаешь? Ой, мы купаемся, да? Тима! Здрасте! Здрасте! Давайте! Как вам купается? Как водичка? Круто! Теплая? Да! Тем более, если погрузиться в воду, тогда там все желтое. Все желтое? А у тебя очки синие, у тебя вообще все синее должно быть, а не желтое. А у меня все розовое. А у тебя все розовое. У меня все вообще белое небо, синее. Все синее туда, сколько синее. А это водичка. Папа у нас отдыхает с бабушкой и Ростиком. Растюха не захотел купаться. Здрасте, какие красоты здесь, конечно. Хорошо. Я все буду мелать. Я умею вот так. Людей мало, конечно, потому что пятница. Но мы все равно решили съездить и покупаться. Много дней уже не купаемся. Да, давно уже не купались. И сегодня 36 градусов, поэтому мы поехали. Это нормально, конечно, 36. Это много? Знаю. В городе вообще нереально в такую жару находиться. Купила я такую селфи-палку сегодня за 99 рублей. Вроде бы прикольная, жесткая, хорошо снимает. Вот, дети там плюхаются. Вроде бы все слышно, даже с селфи-палки. Вот, фирма Dext. Не реклама, просто, может, кому-то надо будет. 99 рублей стоит, заряжается, с Bluetooth работает. Так что вот, ребят, на заметку, кому надо, в ДНС продается. Дети купаются, им хорошо. Растюшечка, ты чего, не хочешь купаться, зайчик мой? Вода пахнет, конечно, но не критично. Что? Ты, зайка, ты весь в песке, солнышко ты мое. Да, скажи привет. Недовольный. Да. Красота. А мы хотим арбуз. Вон они. Вот. Где нож? И где его это резать? Прям на этом, на песке? Нет, на этой. Где в сумке он? В этом. Ножик. Где на этом, на чем? Как я его там удержу? Давай лучше он на пакете, на этом, на игрушечном. Че, вкусный арбуз? Селеска уже ушла. И уже все. Да. Мусор. Да ты сладкий. Растюха не хочет купаться. Да, не хочет. Ты хоть съел, ой, выпил, нет? Нет. Тут вырастут эти, как его, семечки плюс арбуз. А где? Где? Там, в пакете. Ничего надо ему. Вот здесь вот. Хорошо, я наелся. Бороды дай. Что-то в последнее время Растюхе нравятся такие. Да. Красота! Как вам, ребята? Нормально! А там вон на лодках плавают. Там на лодках плавают. Красота! Ты там чё, ходишь? Дети моют ножки. Я какаха. Мы моем ножки. Какаха у тебя там? А это, как непонятно, кто? Да и сюда, почти. Моя очередь. Не моешь? Че? Нормально.
Нормально. Маша, моешь ножки? Растёжа, не надо, у тебя чистые ножки, солнышко мое. Одевай, не надо это мыть. Пойдем, солнышко. Не надо. Дай мне кепку сюда, пожалуйста. Зачем ты меня забираешь, пакет? Давай, одевай ботинки, пошли скорее. Пошли. Туда не надо, там ямка, пойдем. Тут красиво. Тут получается вот озерко есть маленькое такое. Здесь обычно снимают домики. Ну, в общем, база отдыха. Такой лесочек. Вообще красота. Растёжечка, солнышко, иди ко мне. Очень красиво здесь. Давай ручечку. Ты сейчас упадешь, солнышко мое. Вот, детям очень нравится сюда ездить. Мы сюда уже не первый раз ездим. Раньше в другую базу ездили. Но она закрылась. Там поменялся этот хозяин, поменялся. Вот, там дорого стало. Тут, в принципе, недорого. 150 рублей с человека. За взрослого. Дети бесплатно. Очень красиво. Такие домики всякие. Где? Там. Где там? Дом. В туалет? Опять нет. В туалет не надо сюда ходить, растешь дома. В туалет. Да, и там. Подожди, пойдем. На ручку. О, нет. Туда нельзя, растешь. Почему там две надписи, если там одна должна быть? Тут даже два входа. Две надписи? Тут и две там. Этих, две кабинки, потому что. Поэтому и две надписи. Красиво тут, конечно. Вот тут домик снять бы было бы вообще супер. На недельку, да? Ага. Почему здесь же интернет-то есть? Да, что здесь можно было мне телефон бы брать с собой. Ой, Тима, тебе лишь бы телефон. Что? Вон папа уже загружается в машину. Да мы видим. С Василисой. То есть, да, мы видим. А мы здесь все это топчемся. Да уж. Растюшка, догоняй. Куда муж? Что ты мог? Вау, что там? Да, там это.